Добрый день, друзья! Сегодня я хочу сделать ремейк на одно из наших же видео и показать о том, как на самом деле нож опасен для пальцев, держащих оружие. Наш противник сегодня левша. Это наш фаллический нож. Здесь перчатка, в ней куриные кости трубчатые, но вы с ними еще познакомитесь. Возможно, будет вторая такая перчатка, если мне одной не хватит. Я специально беру нож, он достаточно толстый. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что это не кондрат, там не мрак, не муравей, не специальный убиватор. Это обычный, ну, несколько тяжелый, но меж тем достаточно толстый нож. И с чего вообще у меня появилось желание, значит, сделать ремейк, это я постоянно встречаю людей, и занимающихся ножевым боем какое-то продолжительное время, и наоборот, людей, которые только приходят на ножевой бой, и у людей совершенно нет понимания того, насколько нож опасен, да, как бы, и мне не ровно два, это одно, я там дам ему по руке, и на этом вся его атака закончится. Нет, естественно, так не будет, и наоборот, это я могу там его резать до посинения, никого останавливающего действия не будет, и это тоже не так, потому что на самом деле все делится ровно на зоны. Если ткнуть человека ножом в глаз, он, сука, остановится. Вот я отвечаю, блять, он встанет прямо на месте. Если мы порежем человеку предплечье с внешней стороны, он этого даже не заметит. Но меж тем у нас есть пальцы, сегодня мы говорим о них. Я даже не буду про них ничего рассказывать, я все покажу. Нам всем, нас всех учат, что мы всегда начинаем атаку с вооруженной руки, чтобы убрать ее как угрозу для себя, и потом уже перейти на противника, да? Чтобы нам было комфортнее с ним работать. Между тем, когда мы спаррингуем на тренировках или на соревнованиях, я очень часто вижу такой момент, мне кажется, это в некотором роде вина спорта, его недоработок в правилах снаряжений, но пока ее, к несчастью, исправить нет возможности. Это когда человек получает удар в руку, четко в кисть, и при этом продолжает свою атаку, как будто, в общем-то, ничего и не было. Ну, а что там, очко на очко, обоюдочка, дело обычное. Сейчас я хочу показать, что будет на самом деле с рукой, если вот по ней дать ножом. Я постараюсь растянуть удовольствие от меньшего к большему, чтобы мы могли рассмотреть. Значит, что у нас здесь? Обычная тканная перчатка, она по плотности обеспечит такой же примерно вариант, как кожа. Связок каких-то мышечных тканей здесь как таковых нет, поэтому через них нам проходить не надо. Это не свинопух. Сверху это все скреплено скотчем, ну, чтобы как-то закрепить нож. Это важный момент, потому что когда мы держим нож, как бы мы его ни держали, мы палец плотно прижимаем к какой-то твердой поверхности, и когда наш нож по ним попадает, получается, как между молотом и наковальней. Начнем с самого легкого удара. Я стою, тюкнул. Не сильно. И не попал. Да я не попал. Давай еще разочек. Сейчас я пойму где-нибудь. Стою, тюкнул. Нет замаха. Легкое движение. Вот они, пальцы. То есть один напрочь, второй держится на скотче, третий без видимых повреждений, так скажем. Чуть-чуть порезали. Это стандартное наше движение, верхнее, да? Да, мы стоим, работаем, так, бах, клюнули его. У нас нет в этом даже особой задачи ему руку-то отрезать. Мы его больше пугаем этим движением, чтобы он свою руку куда-то отдернул, чтобы открыть его. Но между тем, при попадании будет такой результат. Сейчас сделаю менее удобное движение. Видимо, перчаток все-таки будет две, так что мы прервем запись в какой-то момент. Я сделаю сейчас движение снизу, оно менее физиологичное, нам неудобно его делать. Я держу нож своим обычным твердышным хватом. Ну, да, я не попал. Немножко, может быть, получилось сильнее, чем я хотел. Но результат таки тот же. Понятно, что это куриные кости, понятно, что человеческие чуть-чуть будут прочнее, но они просто не разлетятся так в труху. Разрублены-то они будут точно так же. И сейчас на второй перчатке я попробую это продемонстрировать, когда мы вставим сюда свиные ребрышки, они чуть более плотные. Выключай пока. Сделали новую перчаточку, все еще левша, свиные ребрышки у нас в первых трех пальцах. Ну, поскольку они несколько пожестче, я для начала сделаю такое же легкое движение, а потом уже, если вдруг его не хватит, я вложусь чем-то посерьезнее. Значит, решение ребров пришло тогда, когда я подумал о том, что трубчатые кости курицы могли подсохнуть и стать, ну, более-менее хрупкими. Со свиными ребрами такого, естественно, не произойдет, просто в силу их строения. Мы стоим, я прицелился. Ну, свез немножко, свез.
Но меж тем, то есть я свести свез, но здесь куски уже отваливаются, да. Давайте еще немножечко попробуем, сейчас так же легенько. Как бы, сможет ли этот палец держать нож? Я не думаю. Это легенькие движения. Ну, давайте теперь я вот как бы вложусь, как будто я атакую вооруженную руку. Раз. Два. Уже в меньшей степени. Да, справедливо, но и человеческий палец не такой, как свиное ребро. Ну, дальше просто не попал в силу того, что есть. Как бы... Я понимаю, что останется скепсис. Он неискореним. Но этим видео я хотел показать, что... Если вам когда-нибудь ножом, особенно если это будет какой-нибудь кондрат или там, ну, еще какой-то стамесочный нож, специально заточенный для того, чтобы резать колбасу с хорошей скоростью, с хорошим результатом, попадет, не дай бог, по руке, которая у вас сжата в кулак, или ваши пальцы растопылены, или вы сжимаете свое оружие, будь то нож, палка, хуялка, селфи-палка, хуевина для вайпинга. Значит, пальцы сделают прощальный салют, под аккомпанемент звона упадет нож, ну и вас затыкут. Здрасте. Я надеюсь, что это несколько размягчает мифы насчет вокруг ножа и в преддверии выпущенной мной брошюры, посвященной этому же, задаст некоторый интерес к теме. Спасибо за внимание.